добрый, прекрасный, дивноморский, хотела сказать питерский, вечер. Все-таки у меня уже где-то, наверное, в матрице отложилось, что питерский вечер, хотя дивноморский. Вообще обалденно на улице. А, просто сказка. Мы сходили в магазин, накупили немножко еды, и корочки, тоже сухого корма немножко, чтобы ее так прикармливать, потому что она такая умница, так слушается. Юлька ее даже без поводка оставляет, и она бегает, и только позовет ее ко мне, и она сразу же летит. Слушается Юльку, короче, как мать родную, такая преданная. Немножко устали, потому что жарко. А так, в принципе, прекрасно. Уже не очень жарко вечер. Но пока мы шли в гору, туда да обратно, да в магазин, да гуляли с собачкой, еще и воду взяли 5 литров. Ну и вот тащим все. Солнышко вообще сказочное. А там церковь. Я туда шла, снимала видео, но оно потом у меня исчезло. Так что, мои любимые, не обессудьте. А там я всегда здороваюсь с вами из тени. Или оттуда. Хотя я здесь. В этом едином глазе. Вот когда вы смотрите глазками, вы же не видите, что вы смотрите двумя сразу, до тех пор, пока один не закроете. И то, даже когда вы вот так вот смотрите и закроете один, все равно такое чувство, что вы смотрите одним. Или так, тоже одним. И так, тоже одним. Вы всегда смотрите из одного. Из того, из настоящего божественного источника. И неважно, одним глазом или половиной, или другим, или двумя сразу, смотрит ваша божественная сущность на все это. Вернее, она все это создает. Вот так вот. Такие у меня ощущения, осознания и так далее. Лялечка где-то плачет. Мое солнышко. Что-то ему не нравится. Или спадки хочет, или солнышко заходит. Хотя еще солнышку заходить рановато. Времени около 6. Еще надо часик с чем-то подождать. Просто, наверное, спадки хочет. Эй-эй-эй. Как обидели лялечку. Вон там солнышко прекрасное. Жди, где тут Хурита? Ждешь? Ждешь? Умница. Хоть отдохну секванду. Как она дышит? Все поют. Лялечка. Все просто есть. С папочкой катается. И дедулечку встретили. Жизнь удалась. Лялечка там плачет, да, Хора? Видела? А видела, Лялечка плачет? Тут кто-то спросил, что тут у этой Хоры йод на шкурке. Поранилась или что? Нет, это доставали ей клеща. У нее, короче, клещ в лесу где-то залез.
И мы его йодом достали. Страшная сила. Рассказывала вам в том видео, которое я снимала, когда мы шли в ту сторону, и оно исчезло. Рассказала вам о том, что мне позвонила моя подруга, которая, помните, Марина из Мариуполя, вы все спрашивали, как она, что она, жива, здорова и так далее. Да, все хорошо. Она выехала из Мариуполя и сейчас уже находится на территории России, Российской Федерации, и у нее все хорошо. Вот. Так что всем, кто спрашивал, переживал и так интересовался, просто все у нее хорошо, сообщаю. Всем спасибо большое. Mm-hmm.